Доброго здоров'я! Я Василь Куртяк, і ви дивитеся програму «Чорне і біле». Сьогодні у нас в студії унікальна людина. Ну, що можна сказати? Людина, яка говорить з ангелами. Людина, якій служать золоті рибки. Людина, яку дехто вважає доброю феєю, яка допомагає здійснюватися бажанням. Ну, а, скажімо так, просто по життю це Ольга Калабан. Арт-терапевт і майстер різноманітних технік. Доброго здоров'я. Доброго дня, здравствуйте. Бачити у нас в студії. Привіт. Давай, не знаю навіть з чого почати. Стільки технік, стільки різноманітних, скажімо, занять і все цікаво. Давай розпочнемо з техніки, які є щодо виконання бажань. Ось, вони є різні. Я так розумію, що після того, як дуже багато людей побачило фільм «Секрет», почали множитися різні афірмації, різні методики, різні гуру. Саме головне гуру, які почали на тому добре заробляти. Ось, і зараз такий хаос у цьому напрямку, що ну, дуже важко у цьому звичайній людині розібратися. Якісь, може, просто підсказки, скажімо так, для новачків, для людей, які зовсім не рубаються в цій темі. Воно щось є, чи це просто пуста, скажімо, якась трата? Є можливість підштовхнути, скажімо, виконання свого бажання? Чи ну, це просто хтось на тому заробляє? Ты знаешь, так интересно, вот в последнее время, ну, я не знаю, думаю, что ты тоже наблюдал, люди, которые в социальных сетях общаются, это очень видно, да, сейчас пошла такая волна, очередная мода. Да, я про эту моду конец которая называется «Конец позитивному мышлению». Угу. Она прям вот так вот и «Ребята, наконец можно перестать позитивно мыслить, фу». А, да, можно скинуть эту маску. И «Конец фильму «Секрет» и так далее, нас так долго разные гуру, как ты говоришь, рассказывали, зарабатывали на там деньги. На самом деле, ну, как бы здесь из крайности в крайность. Если говорить кратко, то да, работает. Да? Тобто люди можуть сподіватися, тобто, якщо вони чогось забажають, то работает, і якщо да. знати, як забажати, то, в принципі, можна цього досягнути, так? В принципі, коли от люди приходять на майстер-класи или вообще хотя бы начинают заниматься какой-то минимальной техникой, а они начинают ей заниматься, потому что душа просит. То есть в какой-то определенный момент люди приходят к этому. А какими путями? Все разными. И опыт у каждой души свой. И иногда необходимо пройти через очень много ступенек. Кому-то дается сразу элементарно. Я по фильму «Секрет», там, опа, я там, мгновенно материализую тут у себя в жизни и так далее. У кого-то это длинный, долгий путь. А как любой путь в процессе, ты понимаешь, что вот иногда, вот как было у меня, например, что вот тот результат, который ты имел в виду в начале, он трансформируется. Если ты занимаешься регулярно какой-то практикой, ты в результате, у тебя ты каким-то пониманием себя настолько глубоким иногда приходишь, что это конечная цель в виде материального предмета, допустим, да, или какого-то, какой-то трансформации сильной в твоей жизни, ты понимаешь, что тебе это не является необходимым. Ну, добре, ми, власне, можемо, да, погодитися, що воно якимось чином працює. Давай тепер поговоримо вже наступний крок. Mm-hmm. Що працює і що не працює? Є якісь конкретні такі речі? Ну, скажімо, добре, я можу погодитися з тим, що, ну, якщо людина, скажімо, дуже довго думає над якоюсь проблемою чи над якимось бажанням, то, в принципі, це вже вона рухається, скажімо, вона вже сформулювала собі, вона вже приблизно знає, вона вже хоча б відчула, що їй воно потрібно, чи їй воно не потрібно. Ось, і це такий вже своєрідний крок. І, скажімо, якщо людина нас задумується, то це вона себе так своєрідно самонаснажує в напрямку тому чи іншому. Я ще з цим можу погодитися, це, скажімо, на рівні матеріальному поки. Ну, як працює техніка далі? От, тут включаються якісь енергії, там, чи ж, ну, от що воно таке? А перше, як ти правильно сказав, понять що. Да? Понять перший шаг, як ощутить істинність цього бажання. Да? Є цілий
ряд вопросов, которые необходимо себе задать. Да? Ну, мало очень написано. На самом деле, мало кто из нас делает такую технику, как там записать все свои, вообще, в принципе, существующие желания от крохотных до огромных. Значить, перший крок – записати. Ні, говоримо конкретно. Да. Перший крок – чоловік бере ручку і записує на листочку всі свої бажання. Так я розумію? Да. Іноді це дуже складно зробити. Чим? Сложно, потому что включается внутренний цензор. Такой, он говорит, да, ерунда какая. Ой, нет, это невозможно. И вот и чем иногда это этот процесс тягивается на достаточно продолжительное время. Потом очень интересно спустя время смотреть и так вот ставить птички. Это да. То здесь снилось, а цел же не надо. И оно как все в процентном соотношении во всех явлениях. 20-80, да? То есть вот 20, они действительно будут отмечены. Да. Знаком, все остальные 80 там разбираются в категориях от полной ерунды до, ну, как бы, да, надо еще поработать. Не, ну, у китайцев есть такая приказка, если есть 1000 дверей, и 999 из них закрыты, одни открыты, то через эти двери все равно можно выйти, и тогда эти 900 абсолютно не важливы. По внутреннему ощущению, вот то желание, которое истинное для тебя будет, оно... Ты в отношении него сразу изначально не будешь чувствовать препятствий, да? Будешь чувствовать там вот это вот. Препятствия являются против, да? Ни ментальных, ни физических, ни ограничений и так далее. Ты будешь внутренне, если ты опять-таки, тоже, наверное, надо будет дальше об этом чуть подробнее сказать, но если ты будешь внимательно слушать, что с тобой происходит. Не нестись, сломя голову, да? Вот опять-таки из любимого Льюиса Кэрролла, да, если вы идете, движетесь слишком быстро, вы не замечаете чудес. Да, поэтому нужно понимать, чего ты хочешь, нужно уметь слушать себя в этом направлении. А оце, між іншим, здається дуже просто. Ну, сидиш і слухаєш себе. А насправді доволі це складно зробити звичайній підготовленій людині. Людина починає розуміти, бачити і чути все, що завгодно, тільки не себе. Яким чином це можна зробити? Практика регулярна. Тут і починається. Таким способом класно пальцями все зробилося, а тут уже і закінчується, розумію. І тут ми покидаємо зону комфорту, да, і розуміємо, що, значить, так, хто це все виконує? Так я, собственно говоря, сижу, жду у золотой рыбки, попросил, как бы должно все сбыться. Или мне нужно каким-то образом двигаться туда. Какие именно усилия прикладывать? Ну, наверное, действительно. То есть такое понятие там амплификации, когда мы там с молотком за мухами гоняемся, да, сколько мы энергии в пустые, совершенно ненужные направления тратим, да. Так именно поэтому вот нужно понять, что-то найти что-то одно, вкладывать туда и энергию духовную свою, и энергию действий. Яким чином? Энергия духовная – это яким чином? Вот из моего опыта и из того, что я об этом знаю, и из того, что я вижу, критически необходимо, чтобы в отношении своего желания человек испытывал только положительную эмоцию. Uh-huh. Причем вот есть такая штука, это аффирмация. Я там буду там, по 150 раз в день там, повторять там, какую-то месседж. Там засыпать под него, ну неважно что, да. А так вот этот вот без положительного заряда, и, который, ну, собственно говоря, есть часть веры. Ну, это все будет на ментальном уровне гоняться вот так вот туда-сюда, да, оно не перейдет. Что происходит, когда появляется положительная эмоция? Положительная эмоция формируется в нашем, как и все эмоции, да, в нашем астральном теле, и она переходит на уровень эфирного тела, она переходит в тело, она записывается. Ох, как мы важко начали говорить.
астральні, ефірні тіла. Да, ну, чтобы не пугать сейчас вот людей, да. Вот лучше, скажем так, лучше работает то, что проживается с позитивной эмоцией. И не просто с позитивной эмоцией. Пример. Мне очень нравилась картинка дома одному. Ну вот просто, ну вот, вот я смотрю я понимаю, я хочу такой. Ну, конечно, кто же не хочет такой красивый дом на берегу океана, где вечером открытая терраса, подушки горят, свечи видно, ну, то самое море, океан, неважно, что там. А когда ты начинаешь представлять, как ты себя чувствуешь в этом доме, ты должен себя чувствовать в нем хозяином. А можно представлять, там, визуализировать, да, и ты будешь видеть, что ты гость в нем. Вот пока ты в нем гость, это не твое. Как только ты почувствовал, что ты в нем принимаешь гостей. Між іншим, я от взяв у руки не дарма. Ми говорили про золоту рибку. Чому саме золота рибка? Звідки вона взялася насправді? В принципе, ментально, да, нам золотая рыбка близка и понятна. Да, никому не нужно объяснять, что такое функция золотая рыбка. То есть ей положено это делать. Да? Второе, ей положено это делать не только в нашей культуре, да, но и восточной, там, в китайской традиции, особенно в фэншуй, это символ благосостояния, это символ изобилия. Вот. А есть еще одна интересная вещь. Согласно Библии, рыбы были созданы в пятый день творения одновременно с птицами. Они находятся между землей и небом, да, то есть между человеком и Богом фактически. Ну, так, очень условно, да, говоря. Да, ну, это, да, они это плавают, они находятся причем, если птицы, они там в глади небесной летают, поют, и они наделены даром речи, то рыбы молчаливы. То есть это, опять-таки, символ философской глубины. Они молчат о том, что они знают, они находятся в толще, в глубинах океана. Поэтому кому как не молчаливым существам, которые не будут болтать об этом. Виконувати бажання, які чоловік не хоче, не хоче показувати всім іншим. Я не дарма запитав, чого чи не від Пушкіна, тому що казка насправді погано закінчилася. Якщо брати чесно. Ну, это казка, якщо... сказка из серии, ну, миллион-то он не смог потратить. Да, да. Нет. А второе он удовольствие не получал. Ну, тут речь у чому? Тут речь у тому, що, скажімо, як, скажімо, якщо за Пушкіним, то чоловік отримував саме так от, хлопнув пальцями і вже він отримав, він нічого до того не докладав, він ніякого шляху не проходив. Зважаючи на нашу людську природу, яка, скажімо так, ну, будемо говорити відверто, нижче плінтуса. Якщо б бажання можна було виконувати у такий спосіб, як у казці «Золота рибка», розумієте? Нам то, тут всім нічого було діляти. Можна собі просто уявити, який би був світ. Що би люди собі набажали насправді. Що би набажали сусіду. Ось, тому, очевидно, і є така можливість, от, скажи, і зробив так абсолют, да, чи як можемо його називати, що, в принципі, скажімо, бажання не виконується за хлопком пальця, бажання треба якимось чином посприяти. Ну, як віни говорять, що виконуються всі, але да, не всі одразу. Так, да, можливо, навіть не в цьому житті. Да. Добре. По поводу еще рыбы, такой момент, значит, мы рисуем, загадывая желание, мы рисуем рыбке в глазике зрачок. У нее вот сейчас вот белые глазницы, пустые. Між іншим, я собі подумав, от якщо б я вночі побачив таке на стіні, я би, чесно, злякався. Вона странна така немножко. Я би злякався, тому що ці білі очиниці, оці, вони виглядають трошки моторошно. Хіба поэтому, поэтому ми рисуємо її зрачок. Ми рисуємо зрачок в одному глазику, яка збивається, дорисуємо второй. Ти думаєш, що риба з одним зрачком виглядає гармонійніше? Кстати, вот когда у нее один зрачок уже нарисован, у нее характер появляется, они такие прикольные. Очень. Я так розумію, що да, рибка є своєрідний гачок, скажімо так, на матеріальному світі. І якщо ми, скажімо, малюємо один зрачок і один не малюємо, то це, скажімо, такий своєрідна, да, дисгармонія відчувається. Це коли якби чоловік ніби закаламутив воду. Потім, коли ми малюємо другий зрачок, це ніби, скажімо, як вода зупинилася, і ми знову війшли в гармонію. Тобто, це, ну,
теж своєрідне таке розбалансування енергетичне, воно потрібно для того, щоб поміняти щось, щось змінити, да? І ми потім, відкриваємо дорогу перемін. І потім уже, власне, коли ми вже намалювали другий зрачок, це воно знову згармонізувалося, рибка стала гармонійною, і ми стали теж своєрідно гармонійні, але вже так, я так розумію, на іншому такому якомусь рівні. Ну, це рівні. Уровень, коли наше желання наповнилося, воно завершенный факт, да, то есть мы ставим, ну, точку на этом этапе, да, угу. Вот, куда уже мы идем дальше, это уже там, как бы, следующий путь. А куда треба идти дальше? Есть ли какое-то количество желаний, которые должно быть у человека неограниченное, да, просто если желание очень крупное и нематериальное, да, если оно, например, связано с реализацией себя, то там, когда ты какого-то этапа достигаешь, вот у меня есть там большая картина с рыбой, она такая, ну она действительно большая, полтора на метр, а вот которой действительно было большое желание. Желание было, чтобы я могла как можно с большим количеством людей поделиться тем, своими напрацюваннями, что, тем, что я наработала, тем, что я в своем опыте ощутила, что я знаю. У нее уже два глаза нарисовано, а дальше я понимаю, что работа еще не початый край. Да, и рассказать можно очень много. Ну, будут другие рыбки. Да что, у тебя 100 желаний, ты на каждое рисуешь рыбку? Нет. А вплоть до того, что, ну, откровенно говоря, вы можете рисовать сейчас вот по поводу своих проектов такого говорить нельзя, но криминал, скажу такой. Мне одна девушка спросила, можно сову нарисовать? Я вот рыбок терпеть не могу, люблю сову. Ну, можно. Можно дракончика. Можно, ну, вот все что угодно. Да? То есть, глазик, душа лежит? Да. А в Японии, в синдаистской традиции, есть такой бог Дарума. Угу. Это такая матрёшка, ну, фактически прообраз нашей матрёшки. Так вот, самурайского вида, он такой грозный у него вид, такой, те же самые пустые белые глазницы. Они так, что далеко ходить, наша лялька-мотанка без обличия теж. Да. Они покупают в храме, рисуют точно так же зрачок, но они, правда, жестче немножко с ним поступают, если через год, в течение года не сбывается желание, то они его в голову другу. Они его в топку, они его сжигают. Між іншим, наша лялька-мотанка так само, вона більше року не може бути десь в хаті, в родині, тому що вважається, що вона назбирала весь негатив, ось, її треба теж... Вот есть физиологическое объяснение этому, да, потому что, как мы знаем, то есть привычка в тело записывается за 21 день, да, там полное клеточное обновление там порядка 90 дней, то есть в период где-то до 3 месяцев вот какие-то некрупные, особенно материальные желания, они начинают сбываться, если над этим там как бы вкладывать в это позитив, правильно работать. То есть есть техники определенные, есть. Мы пишем, например, вот, вот то, что даю я, это проходит все через руку. Почему так? Потому что работа руки – это точно так же, как работа вот во время самой этой арт-терапии. То есть нормализуется дыхание. Что такое нормализуется дыхание? Гармонизуется энергия, да, и открывается очень хороший интуитивный канал, когда человек сам с собой в это время разговаривает. То есть такое количество информации приходит, когда ты многократно описываешь то же самое свое желание, а снова, 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 говорит, это глупо, мы это не будем делать. Ну, можно не делать, а можно попробовать и посмотреть, как круто это работает на самом деле. Потому что в этот момент можно понять, рука не идиот. В чем проблема? В формулировке? Возможно. В желании самом? Тоже бывает. Да? Поэтому это такой великолепный процесс познания себя, что просто, ну вот я с каждым разом открываю все новую грань какую-то, просто вот в восторге от того, как вот-то. А потом начинаются реальные какие-то факты, вот. І тоді очень... в тебе ще виникає більше бажання цим займатися, і в тебе з'являється справжня мотивація. І ти йдеш в ответ, наприклад, ну це далі будемо говорити про англійську терапію, там это більше у мене проявляється. Ну, в принципі, коли тобі достатньо, ти вже на рівні мислі. Ти думаєш і одразу отримуєш відповідь, думаєш і одразу отримуєш відповідь. Ну, те, що називається інтуїція по-сучасному, або те, що називалося колись знаками.
Всесвіту, знаками. Ворона покаркала, чоловік подумав, ой, забув виключити гасло. Повернувся і виключив. Ну, в принципі, воно так і є. Ні, ну, насправді... Хороша ворона каркала. Кількома словами про гігієну поговоримо цього всього діла. Чого можна робити, чого не бажано робити? Що потрібно обов'язково робити? Не тільки просити, але й благодарити. Это вот один из самых ключевых факторов. Благодарение, по сути, есть и принятие тоже. Принятие и отдача, я скажу. Есть, вот это вот, ну, не теория, скажем так, вот когда мы говорим о десятине, да, кстати, тоже очень интересный вопрос, потому что всегда, обычно это как, это формально. Вот я там 10% посчитал, отдал, да, мне важно, деньгами, да, жду. Не жди. Да? Вот как бы вот вопрос в том, чтобы не ждать и не считать 10-15. Потому что чем больше света этого включается в тебе, тем Вселенная в дровец подбрасывает в костер счастливого человека. Да? То есть вот и все. Потому что свет этот, радость, которую ты приносишь кому-то, это энергия дополнительная, да, то есть это то, что открывается и может питать тех, кому это просто необходимо. Ну, да, да, потому что в мире творится такой. Что-то невообразимое. Так... Есть много мест, где свет нужен.